Писать картины молотком научился британский архитектор Дэвид Фостер. Правда, краски он не использует. Вместо них гвозди. Ручкой аккуратно делает набросок, а потом начинает колотить. Чем плотнее стоят гвоздики, тем темнее получается участок. Оказывается, и полутона можно варьировать глубиной забивания. Мастер говорит, что в такой технике выполняет не только портреты, но и изображения животных, а также натюрморты и пейзажи.